Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – это тюль «Цветочный вальс». Это особенный тюль, Лена, необыкновенный, выполненный по стандартам мировой моды. Буквально недавно выставка была во Флоренции, очень большая, очень крупная, 30 участников, 30 стран. Назывались «Тенденции». Конечно, самый красивый текстильный на мировых подиумах текстильных был представлен. И вот мне больше всего понравилось именно наряды для окна, которые там были представлены, именно текстиль для оконных проемов. Что же необычного мне приглянулось? Давайте посмотрим сейчас прямо на наш экран. Узнаете? Тот же дизайн. Вот он, абсолютно похожий. Итальянские мастера сделали роскошную жаккардовую органзу с флористическим орнаментом. Что же видим мы сейчас в нашей студии? Специальное предложение дня, но уже теперь выполненное руками российских мастеров по итальянской задумке. Еще наши российские дизайнеры постарались и вот просто к самой задумке итальянской добавили шелковистую вискозную нить, чтобы было благороднее. Да. Добавили люрекс, очень красивый дизайн, именно согласно мировым стандартам моды. Это жаккардовая органза, цельное полотно, крепкое, которое можно постирать в машинке. То есть это еще и долговечный наряд для окна. Слушай, ну вот это, представьте себе интерьер с выставки во Флоренции, которая проходила, и сегодня я хочу сказать, мы удивляем вас не только красотой золота, которое вы сейчас видите, но у нас представлено три цвета для разных интерьеров. Итак, внимание, у нас в руках золотой цвет невероятной красоты. А как вам этот благородный коричневый со вкусными оттенками карамели и молочного шоколада? Боже, как это вкусно! И как все-таки досияет наше пространство. Но не забывайте, что главное, сегодня еще есть еще третий цвет. Это цвет, который называется серебро, нежный, таинственный, который делает нашу комнату вдвойне и светлее. Ну да, главное, дорогие мои, что сегодня специальное предложение дня со скидкой и, внимание, в 1600 рублей. Только один день тюль «Цветочный вальс» вы можете приобрести за 1999 рублей. Я могу сказать, что это преображение интерьера к весне. Это еще и гарантия. Это доставка 199 рублей фиксированная. Ну и, конечно же, красота. Юль, а скажи, вот нас смотрят многие наши телезрительницы, и наверняка они задумались, а вот интересно, а мне подойдут такой вариант интерьера? Мне подойдет такой тюль? Я дам несколько советов прямо по каждому цвету. Сейчас в руках золотой. Золотой цвет – это цвет теплый, цвет спокойный, цвет солнышка. Поэтому, если в комнате холодно, она на теневую сторону, то выбирайте именно такие оттенки, они вас согреют. Они согреют и глазки, и душу, и, конечно, ваш интерьер. И смотреть на них одно удовольствие – это еще и полезно для глаз. Желтые оттенки полезны для глаз. Поэтому это комната вашего тепла и спокойствия. Очень красиво. Очень красиво. Кстати, размерный ряд у нас 2,70 на 2,70, дорогие. Чтобы вы знали все гарантии и красоту. Но главное, не забывайте, что сегодня действительно преобразить свой интерьер, да, не сделав ремонт за огромные деньги, вы можете на телеканале Shopping Show. Слушай, просто потрясающе. А коричневый цвет, вот он такой благородный, мне кажется, он подойдет вот моей мамочке под мебель. Она любит, знаешь, такие вот классические варианты. Да, три варианта, все спокойны. Вот мы сейчас прошли эркерное окно, на нем у нас серебристый цвет, и более того, мы сделали его самостоятельным нарядом для окна, да, не сочетая с портьерами. А вот в коричневом варианте, посмотрите, вот как раз-таки на этой выставке во Флоренции открывались модные тенденции дизайнеров, фантазеры, конечно, безумно красиво украшают оконные проемы. И вот такие очень однотонные интересно портьеры мы помещаем прямо за наш тюль. Он их очень красиво обыгрывает, создается эффект многослойности объема. И именно этот тренд был заявлен как раз вот на этой европейской выставке. Возьмите на вооружение. Это очень необычно и нетривиально. Ваши гости удивятся, они не будут ожидать, что у вас такое красивое окно. Ну и главное, что, знаешь, мы задумываемся о том, как обновить свой интерьер. Да? Мы придумали что-то, но мы считаем деньги. 10, 15, 20 тысяч рублей. Мы не можем себе этого позволить. А тюль «Цветочный вальс» с выставки во Флоренции мы можем себе позволить и обновить интерьер, и подарить весну и настроение себе, своему интерьеру.
интерьеру, своему дому и квартире. Юль, меня сейчас интересует больше, знаешь, та самая, ну не знаю, что ли, флористика, да, аппликация, какое-то кружево 5D. Что это такое? Расскажи, пожалуйста. Это у нас с вами не аппликация, и очень хорошо, что так. Это самая настоящая жаккардовая органза, где нить вплетена в основное полотно органзы, а значит, это цельное полотно и крепкое, еще очень красивое, потому что есть рельеф, который дает жаккардовое плетение. Наши российские дизайнеры по итальянской идее повторили нам такой тюль, но они вот так усовершенствовали здорово, согласно уже своей идее и мысли. Добавили вот такой люрикс, добавили растушевку, у нас в объеме цветы получились. Вот как раз о том, что ты говоришь, да? 5D. Вот как раз именно это решение. Это здорово, это необычно. И с другой стороны, мы можем почувствовать так. Как раз тоже нить. То есть это говорит о том, что цельное полотно, да, а не наклейка. Юлечка, скажи мне, вот тоже мы видим этот блеск, который меня сейчас привлекает, но я, знаешь, как практичная женщина должна спросить, так. Он не сотрется со временем? А мы можем даже провести эксперимент. Блестки – это не напыленная, так. А именно вплетенная люрексовая нить. Смотрите, на руке ничего не остается, да, я активно тру. Это значит, можно постирать в машинке. Угу. Причем, если раньше стирали вручную, так. Да, такие вещи, то сейчас их стирают в машинке. Но обязательно на деликатном режиме. Так. И тогда они сохранят свой первозданный вид на долгие 15 лет. Но знаешь, кстати, вот тоже история, да, мы все знаем, что такое тюль. Тюль, как правило, классика. Это кружевной, это белый, это тюль, на котором уже через месяц зацепки, как было у меня и у моей мамы. А здесь она что? Написано органза. Прочная ли? Очень прочная, и причем с очень красивым таким волшебным светом. Вот когда попадают солнечные лучики из окна, вот получается вот такой мягкий свет, который дарит вот такой прекрасный уют, рассеянное, мягкое, как нежное красиво. Лунное свечение. Благодаря тому, что двойного кручения здесь нить, а значит, она без зацепок, крепкая и надежная. Крепкая, надежная. А еще, как нам крепить правильно такой тюль, потому что карнизы-то у всех разные. А шторная лента присутствует, и даже контутяжелитель, функциональные детали все есть. Итак, дорогие, выбирайте сегодня. Красота необыкновенная, подойдут на любые крепления. А главное, вы экономите 1600 рублей. А знаешь, что мне еще нравится? Что опрятно, все очень аккуратно. Здесь еще и контутяжелитель. Да, посмотрите, будем открывать окошко, будет ровненько располагаться тюль на окне. Подарите себе преображение к этой весне. Подарите себе самую лучшую цену одного дня. 1999 рублей со скидкой 1600.